Всем привет, меня зовут Андрей, и вы на канале Industrial Tool. Сегодня у нас очень интересная тема. Принесли по гарантии вот такую УШМ ГА-9050 модель. Машинка полностью рабочая. Куплена она недавно в магазине Leroy Merlin. И клиент жалуется на то, что в инструменте не работает блокировка выключателя. То есть он все время отщелкивается. Какова причина? Давайте разбираться. Я как бы уже разобрался в ней и сейчас вам расскажу. Причина простая. Блокировка именно в этой модели здесь и не должна работать. Артикул выключателя в данной УШМ 650-102-8. И данный выключатель идет без блокировки. Но также существуют модели с блокировкой. У них стоит выключатель с артикулом 650-100-2. И данный выключатель идет с блокировкой. Визуально эти выключатели отличаются друг от друга наличием вот здесь вот такого нолика. В основном сверху вы отличий не найдете, но если присмотреться, то вот здесь вот там внутри, видите, вон такая выемка, она как раз и заходит для блокировки. А на этом выключателе, видите, нет этого выреза. И он не блокируется. Это сделано для безопасности. Также в инструкции, если мы посмотрим инструкцию, здесь вот есть инструкция для инструмента с блокирующим переключателем и для инструмента с переключателем без блокировки. На каких моделях стоят выключатели с блокировкой, на каких без блокировки? Давайте я вам покажу. Вот выключатель без блокировки. Стоит на моделях 7020, 7030, 7050, 9020, 9030, 9050, GS5000 и 6000. А вот у нас выключатель с блокировкой. И вот модели, на которых он стоит. И как вы видите, некоторые модели здесь повторяются. 7020, 7030, 9030, 9020. И вы скажете, а почему так? Какой же сейчас стоит выключатель в этих УШМ? И вот ответ. Есть документ под номером 78662 от марта 2007 года. Вначале на вот этих УШМ-ках 7020, 9020, вот 7030, 9030 стояли вот такие выключатели. 651, 173, 185, 176. Но это, я так понимаю, зависит от страны. А страны у нас тут вот Россия, Кувейт и Саудовская Аравия. И их там поменяли на 650-100. 650-101 и тоже 650-101. То есть в России вот 650-100. 650-100, как мы уже поняли, идет с блокировкой. Есть еще один документ, датируемый октябрем 2009 года. И здесь уже указано, что в соответствии с постановлением EN-60-745, а это документ, короче, по поводу охраны труда и безопасности, я его поднял, нашел, и вот здесь вот прямо конкретно указано, вот перевод, в качестве британского стандарта комитет Великобритании не поддерживает использование выключателей блокировки для шлифовальных станков диаметром более 150 мм. То есть в Англии запрещено использовать выключатели с блокировкой. И поэтому этот выключатель обратно поменяли на выключатель без блокировки 650-102. И вот почти во всех странах это произошло. Но потом есть еще один документ, чисто для России. И здесь у нас выключатель с блокировкой поменяли обратно на выключатель без блокировки. То есть в России на технику безопасности насрать. Пускай себе режут ноги. Вы сами понимаете, что может быть, если данная болгарка не отключится и выпадет у вас из рук. Вам просто может отпилить ноги.
Поэтому я сейчас звоню клиенту, рассказываю ему всю эту ситуацию, и он забирает УШМ. То есть захочет он поменять на новый, это будет за денежку. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!